Всем привет, это канал Зомби Вегас. Продолжаем играть в игру Tower of Time. Как вы помните, наши приключения проходят в башне, которая дарит нам очень много всего интересного, бои, сюжет и не только. Так что приглашаю всех присоединяться. Так, мы нашли еще один телепортер. Видите, по карте раскидано телепортеров очень много. Помогает очень быстро передвигаться при необходимости. Пока что не пригодилось, если честно. О, кстати, будет принц, смотрите. Базика основы магии. Это поможет нам прокачать наших персонажей до 4 уровня. Кстати, судя по всему, для нашего друида, потому что для наших персонажей, которые вот лучник и воин, мы уже получили возможность прокачать их до 7 уровня, если заплатим за это деньги. Так. Энчант. Так. Энчанты — это мощные эффекты, которые можем наложить на предмет, на ваш выбор. Их есть 40 типов. Разные виды брони, разные виды оружия имеют свои собственные энчанты. Хорошо. Это энчант на вампиризм. Кстати, круто на самом деле. Это, правда, энчант только на ближнее оружие. Но все же неплохо. Так, хорошо. Чтобы сделать энчант, заходите в иконку энчанта на страничке персонажа. И идете к кузнецу. И нажимаете на соответствующую вкладку. Ага, то есть можно энчанта накидывать только на оранжевые предметы, на розовые, на эпические. Понятно. То есть мы можем, в принципе, это все накинуть. То есть в теории можем взять вот этот меч. Вот это. А, это, на, в этом нету слотов. То есть, грубо говоря, мы, вот на этом как раз это и есть. Вот этот энчант, который мы хотели. А, собственно, вкладочки такой здесь нету. То есть это у кузнеца нужно делать. Хорошо. Забрали. А, их два было, получается. Фух, чуть не забыли один. Чемпион нашли книжку, которая описывает пути культивации земель. Так, ну это хорошо, конечно. Но мы здесь за приключениями. Древний свиток. Они разбросаны по башне. Вы можете понять эффект свитка, прочитав его описание. Если вы решите его использовать, выберите чемпиона и нажмите активировать. Если нет, выбросьте его. Хорошо. Ага, скролл содержит мощную силу, которая повышает разные характеристики. В то же время могут быть негативные характеристики. Ага. Dwarf Resist. Ага, то есть эльфийские сокровища добавляют каждый проделанный путь. То есть, грубо говоря, я так понимаю, какой-то бонус будет на основании того, сколько мы уровней прокачали, или сколько мастерства мы уже вкачали, как-то так, наверное. Я подозреваю. Давайте пробуем другие взять, наверное. Да, мастери. Повысилось. Я так и думал. Именно повлияло на силу заклинаний и так далее. То есть, отлично. Повезло, можно сказать. Ну, конечно, у меня были догадки по этому поводу, но все же можно сказать, что повезло, потому что там эффект мог быть и негативный. Вы понимаете, негативный эффект на несчастного друида, который без того тяжело живет. Так, загрязненный фонтан. В нем нет воды, что только что странная, какая-то странная субстанция, которая выглядит зеленой. Понятно, то есть ничего хорошего не жди в этом фонтане. Так, здесь есть дорога вниз куда-то, да? Там врагов я видел, на самом деле. Пойдем к ним, давайте сначала полутаем все, что здесь интересно есть, потому что денежки, это очень важно в этой игре. Кстати говоря, на самом деле я считаю, что нет необходимости никакого ни в арбалете. Я намажу это маслом. Заверну в ткань и спрячу секрет в пещерке неподалеку. Путь закрыт зеленым деревом напротив кузницы. Поэтому никто там не пороется. Ага. Идем искать. Это интересно. Так, здесь... Ага, это бывшая
Бывшая оружейная. О, давайте посмотрим. Так, у нас кузнец вот здесь. Я так понимаю, имеется в виду где-то вот здесь нычка, да? Да. Так, это хорошо, конечно, но я ничего не вижу. А, вот, 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 вот. А, то есть реально вот... кристальчики. Кристальчики, это хорошо. Это и есть нычка, я так понимаю, да? Вот она. Плайс 25 софт. Ух ты, круто. Отлично сбалансированный. Очень дорогой. Ага, то есть он намекает, что это очень сильное оружие. И я думаю, что в честь этого нужно его и дать. Но, в принципе... Но оно поинтереснее получается, потому что оно дает 100% слоу. Еще бонусный шанс на дейт. То есть вообще хорошо. Так, давайте кристальчики собираем, если это еще есть. Кристальчики это хорошие вещи можно будет сделать. Вроде все собрали. Да? Все, возвращаемся. Идем воевать. Да, реально, на самом деле, сверху-то и не видно. Так смотришь, кажется, что там светится что-нибудь. Ну ладно, окей. Пусть светится себе. А при ближайшем рассмотрении оказывается, что это вещи интересные. Давайте маленький сейвик сделаем. А, все время язык не переключаю, оно не печатает. Приходится писать цифры. Так, смотрите. Можно детальнее прочитать? 4 SDM в секунду. Я просто вот после той битвы с теми врагами, которые были очень сильны. А вот, вот он. Я понял, в чем суть. Вот этот фраг циклоп очень сильный. Он бросает камень, который наносит кучу урона. То есть с него нужно уворачиваться в идеале. Потому что в прошлых двух битвах с этими врагами у меня были проблемы с этим. Я так вроде дерусь, все уверенно, хорошо получается. А потом такой бах, и оказывается, что... Ага, проблемки. Так, давайте, наверное, встанем вот здесь. Даже где-то вот здесь, что ли. Так, кстати, на самом деле можно встать вот здесь просто-напросто. Лучницу ставим вот тутки. Это ставим вот тутки, а вот это вот тутки. И говорим всем не двигаться. Так, давайте замедлим время. Этому таун сделаем. И ворвемся. Так, ты друид, я смотрю, что зря ворвал. Вписался так опасно. Поставили хил. На самом деле пока что справимся без энта. Ставим энта для следующей драки. Пока можно и так подраться. Так, убили, убили, убили. Надо главное циклопа выглядывать. Циклопа это неприятно. На самом деле можем пока выйти. Понастреливать немножко. Ух, кстати, смотрите, на этом можно хорошенько пострелять по врагам. Взрывчаткой. Ведь я понизил кулдаун и стоимость маны этого стрела, то есть я могу очень часто его использовать. Он спал на самом деле очень хороший для танка. У него огромный радиус, это, мне кажется, на самом деле у него вообще радиус практически на всю карту. Это не циклоп случайно? Нет, это орк-шаман. Давайте замедлим время. Расстреляем их разок. Пока нет необходимости вызывать что-либо, давайте вот этого бафнем. Считаю, что он сейчас пойдет вырываться вот сюда. Угу. Прилично, что здесь почти все действия делаются левой кнопкой, а не правой. Все время так и тянет нажать. Не то, как говорится. Так, на самом деле можно немножко подвести их, я думаю. Уже больше половины атаки отбили, поэтому уже должно быть без особых проблем дальше. Так, это эрсколеры. Так, давайте замедлим время, сюда накинем энта, он будет драться. Ну, эти бойцы сами справятся. Можем, в принципе, агро-режим включить для лучницы. Включить стрелу вот эту. Так. Попадай сюда. Спасать его просто.
Так, ну тут битва, видите, выиграна уже. Арбалет хороший очень, видите, стреляет мощно. А вот циклоп. Вот они, два циклопа пошли. Пошли циклопы. Так, давайте нападать на циклопов. Самое важное вернуться. Вот видите, это, судя по всему, кразано. Да, он очень медленно бросает, но урон, конечно, запредельный. Так, мы вернулись просто. Ну да, на самом деле просто надо смотреть на описание врагов, потому что, видите, время от времени попадаются какие-то дисбалансные на фоне этого общего количества мяска. Так, это, я так понимаю, ожерелье какое-то. Дает мандарген неплохой. Или стоп, что это такое? Или это оружие для мага? Сейчас разберемся. Варпстоун. Похоже на оружие для мага. Оффхенд, скорее всего. Как бы такой камень. Как обычно, том, знаете, или там, что такое еще. Давайте смотреть. Да, варпстоун, так я и думал. А, ну только вот дело в том, что варпстоун идет вместо посоха, оказывается, да. Нет, так нас не устраивает, конечно, не устраивает. Давайте маленький сейвик. Лучше сохраняться новыми сейвами, потому что всякое бывает. Бывает какой-то там баг с сейвом. Все подвисает и начинается беда. Так, мини-карта пропадает, так понимаю, да? На время, пока мы ее не открываем. Ну ладно. Так, золотишко. Золотишко в этой игре, это на самом деле уникальная игра в плане ролевых, потому что зачастую золото играет функцию такую второстепенную, и часто во многих играх даже нельзя ничего такого интересного особо купить за него. А здесь же золото — это фактически наша прокачка, то есть без золота мы вообще ничего не сможем. Такие-то спальные места. Но особо нас не интересует это все. Давайте лучше так еще глянем, что это за инструменты. Какие-то инструменты, ничего полезного. Хорошо. Лучников отряд. Они коцают. Ага. Не очень сильно. Судя по всему, легкий бой будет. Давайте начнем сразу же. Можем даже все макро-режим оставить. Я думаю, что это в самый раз, потому что никого сильного здесь нету. Исключительно слабенькие юниты. Так, лучница вот сюда настреливает, пусть. Да, это такой проходной бой, скажем так. Так, пусть. Ой, это зря, конечно, можно было обойтись без этого. Ну, впрочем, ничего страшного. У нас, конечно, арбалет очень хороший, видите, сильно бьет. Вообще замечательно. Я еще так спид прокачал ей, то есть она быстро бьет. Поэтому проблем никаких нет абсолютно. Давайте вот сюда ворвемся. Вот в это вот. Кодва. Кодва лучников. Вот так вот. И сделаем таун сразу же. А еще, чтобы увереннее, сюда кьюшкой постреляем. То есть огненными стрелами, которые разрываются. Вот так вот, бух. Мощно. Очень мощно получается. Ну, это, правда, враг слабый, тут особо-то и не защищаешь от стратегии. Потому что с ними можно было бы справиться и вообще без нее. Давайте бафнем ее немножко. Так, там мечник справляется. Вот мы уже и выиграли по факту. Так, хорошо. Амулетик на мана-регенерацию. На самом деле повесил бы его на нашу лучницу, потому что она постоянно заклинания какие-то кастует. Как раз в самый раз было бы. В самый раз. Так, смотрим. Лучница. А у нее уже есть. Собственно, что-то похожее. Armor Penetration. Как я мог такое кольцо пропустить? Это Magic Penetration дает. Это можно надеть просто-напросто ему. Потому что у него как раз магия. Правда, магия не атакующая, поэтому на самом деле особо роли не играет для него. Но все же. Давайте вот это все интересное. Enchant. Что? А, получается, эльф какой-то задуманный ходил. И вот Маев интересуется, что случилось. И вот эльф говорит, что его что-то беспокоит. О чем он...
шары темного синего цвета его интересуют, точнее беспокоят. Угу. В общем, они не подружились. Она пытается как бы его выпытать и при этом показать, что она доминирует в этой ситуации. Сколько что диалогов. На самом деле, большинство из них не несут особого какого-то сюжетного смысла, поэтому... О, вот регенерация, хорошая, кстати, хорошая вещь. Можно вставить в Эгармор. То есть, на самом деле, хороший вариант сделать синюю вещь на этого, на воина, и сразу же вставить в него регенерацию. Отлично вообще. И на Честермор, то есть, у дверки два таких энчанта хороших. Это не может не радовать. Так, у нас по карте, в принципе, вариантов много. А, это такой альтернативный путь, где мы уже были, да? А здесь что? Здесь что требуется? А, здесь мы все, в принципе, сделали. Так, хорошо, идем дальше. Там мост сломан. То есть, в принципе, мы посмотрели все, что можно было здесь посмотреть. Единственное, что сюда еще не ходили. Мне кажется, там прохода не было, на самом деле. Давайте идти дальше. На самом деле, меня уже манит полететь в город, прокачаться. Но я не хочу торопиться, потому что на самом деле... О, нашли шлем на ученицу. Штанов пока нету. На самом деле... Ой-ой-ой, вот оно. Опасность. Ну, судя по всему, это битва, которую мы уже проходили. Я думаю, справимся. Но здесь важно вовремя прокачаться. Потому что, видите, враги не слабые. К сожалению, нас снова заковали нашу лучницу. Именно лучница могла бы очень быстро спасти других. Разбить эту клетку, но... Давайте быстро этого мать, потому что если не сломаем, то будет беда. Так, прячем этого бойца. Бафаем. Так, хорошо, все. Если лучницу, отводим ее. Даем прокат. Все, поехали разносить всех. Так, бафаем такую штуку. На самом деле надо находиться где-то плюс-минус здесь. Надо более пассивный режим поставить этим бойцам. Потому что, видите, очень-очень они агрессивные. Ну, очень. Циклоп. Циклопа надо быстро убивать. Чтобы лишнего урона не получить. Так, этих можно расстрелять пока. И учится достаточно живучий, на самом деле. Нельзя сказать, что она так уж сильно потерпает от врагов. Так, хорошо. Надо еще этому воину сделать две вещи на регенерацию жизни, тогда вообще будет отлично. Так, здесь можно пока пафнуть ее немножко. Ну, впрочем, на самом деле можно... Нет, не выходить сильно. Мы можем пока держать защитную позицию. А вот этого надо, вот это сразу надо принимать. Пока видите, пока даже без стеночки получается обойтись. Циклоп еще один собирает нас убивать. Ну, я думаю, мы его сейчас быстренько примем. Видите, оказывается, можно было этого уворачиваться спокойно. Что я так как-то относился к этому более спокойно поначалу. Пока мне так пару раз не убили двух персонажей. Так, можем сюда это накинуть еще. Да, из битвы уже выиграно. По сути. Скоро можно босса пойти убить. Единственное, что сейчас нужно одеться. Приодеться немножко. Так, все, всех победили. Мы получили какой-то такой невзрачный арбалетик. Ну, это так, чисто. Я думаю, что, возможно, их можно будет продать в городе. Или разобрать на какие-то камни, например. Такое часто бывает в таких играх. Я думаю, не исключаю, что такое может быть и здесь. Так, еще один энчант. Устанавливает ману за каждый удар оружием. Так, кстати, круто. На кольцо причем. Навешивается баф. Так, я смотрю, если какая-то сюжетная будет перипетия, судя по всему. Давайте сохранимся. Ой. Так, поехали глянем. А, не, просто тент. Ничего такого выдающегося. Вон там что-то интересное, давайте глянем сразу же. Потом уже в город полетим. Хотя вон там враги, я смотрю. Честно говоря, у меня есть сомнения. Мне кажется, скоро начнется проблема. Давайте слетаем в город. Тем более, что в город здесь полет бесплатный.
по сути. Давайте Блэксмита пойдем. Сразу же возьмем нашего воина. Возьмем вот, вот эту вещь. И... На самом деле нам нужны эпические, поэтому давайте сразу же крафтить эпические штаны. Дают резист, хп. Неплохо. И давайте, наверное, что ли... Что нам еще не хватает для жизни? А, кстати, смотрите, вот. Энчант. Давайте. Лагермор. А, нужно на него одеть сначала вещь, да, я так понимаю. Блэксмит. Инвентарь. Одели. Есть слотик, все правильно. Броня у него на самом деле такая себе. Ну, давайте пробуем. Трансмут. А у нас нет трансмута еще. И там форж. Тоже ничего не умеем пока. Понятно. Пока что мы ничего не умеем. Так, у нас тут лагермор есть. Вот он. И, собственно, мы его накидываем такой вот хил. И сделали. Это, оказывается, стоит камней тоже, поэтому нужно быть более аккуратным с этим всем делом. Так, хорошо. И, в принципе, давайте, наверное, скрафтим какой-то немножко армора ему, потому что у него пока что все очень плохо. Ну, очень. Шлем, в частности. Поднижает резист к камню. К стихии, я так понимаю. Каменная, как он, земельная, наверное, скорее называется. Так, хорошо. В принципе, это сделали. Давайте теперь потратим наши денежки. Я хочу разобраться, мы ничего не можем, судя по всему, сделать с теми вещами, которые мы не продаем. Точнее, которые у нас есть. Наверное, сможем когда-то их разбирать со временем. Хорошо, давайте пойдем в... Не, мы... О, кстати, на самом деле мы разблокировали возможность прокачивать друида. Давайте это сделаем. И теперь надо прокачать кого-то из бойцов. Давайте лучницу прокачаем, она у нас главный дэмэдж-дилер. Так, и, собственно... Даст нам много поинтов, на самом деле. Думаю, учитывая важность этого дэмэджа, давайте прокачаем лучницу дальше. Так, капитально ее усилим. Тем более у нее арбалет хороший. Так, самое время вернуться. На самом деле, это все сделаем на месте уже. Челленджи пока проходить не будем, еще успеем. Поехали в башню. Ой, точнее, вот сюда. Это... На автомате. Мы ведь тут можем прокачиваться, правильно? Можем. Так давайте качать. Вот это влияет на силу атаки, в том числе и дальнюю. И дает penetration на высоком уровне. То есть давайте качать damage. Да, я смотрю, смотрите, оно капитально влияет на самом деле. Давайте качать. Так, skill 3. У нас открылись новые способности. А, это баф на силу дэмэджа. А это раскидывание ловушек. На самом деле, ловушки вещь хорошая. Давайте возьмем. Так, это усиляет дэмэдж, а вот это увеличивает их радиус. Это вот нужнее, конечно. Дело в том, что она достаточно уязвима. А таким образом мы сможем... Мы сможем немножко более быть живущими. Так, давайте здесь прокачаем вот сюда, вот прокачаемся. То есть мы будем еще сильнее отталкивать врагов баражем и позволит нам, опять же, быть более устойчивым к любым нападениям, к любых врагов. Так, на самом деле можно еще эти три ловушки улучшить. А, мы их уже улучшили, получается, да? Улучшили. Ну, в принципе, больше ничего такого интересного мне пока не вижу. Все остальное прокачивать не хочу особо. Эти стрелы можно еще качнуть, разве что. Ну, слушай, так вот эти стрелы. Получается, можно в криты пойти. А можно пойти в взрывы эти. Давайте взрывы пойдем дальше. Так, ну и мы прокачали друида, я так понимаю. Поэтому давайте его... А, нет. А, мы друиду разблокировали возможность прокачки. Но не прокачан, так что продолжаем путешествие. Так, хорошо. Можно теперь пойти на этих сходить. Я думаю, что мы справимся. Мы бы, наверное, и до этого справились, но теперь у нас лучница стреляет раза где-то процентов на 20-30 сильнее, то есть будет легче. О, большая карта, кстати, смотрите, какая большая.
Даже интересно. Такая карта огромная. Непривычно немножко. Так. Не, а, это отступление. Понятно. Так, лучница пусть работает. Так, здесь вроде бы ничего такого нет пока опасного. Так, ты. Бафни сюда немножко парнишек этих. Кинхил на лучницу. Это враги, я смотрю, не сильные особо. Но это опять же, наверное, самое сложное, это справиться с циклопами и не наделать глупостей. Поэтому можем на самом деле в этом бою ставить агро-режим. И справляемся. Где у нас лучница уже делает основную работу в этих боях. Так, давайте penetration сделаем этому. Пусть проходит, убивает циклопов. В частности. На самом деле можем вот так вот сделать. Пусть там стоят. Так. Давайте раскидаем трэпов. Вот сюда, например, трэпки. Работает? Работает. Он успел минуть. Так, вернулись. Хорошо. Смотрю, конечно, у нас этот другие точно уязвимые для урона, поэтому лучше его не поставлять вообще никак. А, я забыл еще одеть. Я же ему сделал пару вещей. А, это получается целая серия ловушек образовывается после этого. Так неплохо на самом деле. Можно обставиться ими. И вообще ограничить подход ближнебойный к нашим юнитам. Шаман там продолжает агрессировать. Вот это зря, конечно. Шаман у нас очень уязвимый. К любым врагам. К любым вражинам. Так, здесь можно немножко расстрелять их. Можно еще накинуть трэпов ради интереса. И дать ей penetration, она справится. Учится вообще хорошо работает. Арбалет, конечно, не очень скорострельный, но урон добротный. Может не уворачиваться, они выживают, я думаю. Да, у них по 200 жизней хватает. Перчатки эпичные. Бонус на резист. Крит шанс. Немножко армора, на самом деле, это можно. Не посмотрел, какой это армор. Мне кажется, медиум, наверное. Скорее всего, на лучницу идеально подойдет. Скорее всего. Давайте мерить. Не, я ошибся. На воина. О, красного не было еще. Даже ачивочку дали за то, что мы одели все части предмета. Все предметы. Так, что у нас здесь? Надо проверять каждый закоулок. Имя золота может быть. Имя что-нибудь интересное. Аура. Увеличивает резисты ко всем элементам. Ко всем стихиям. Кристальчики. Надо все кристальчики забирать. Так, много щитива. Так, что здесь? Ха-ха-ха. Мы все становимся все более собранными с каждым днем. Судя по всему, они шли за провизией, которая находилась на более нижних уровнях, но по идее не дошли. Так. Магическая статуя. Наш персонаж предположил, что, возможно, они отвечают только если знаешь их имя и обращаешься к ним по имени. Но это на самом деле все догадки, понятное дело. Так, что у нас здесь? Бронь какая-то. Ну, это, судя по всему, наушника, но у нас наушники вещь повыше висит. Так, здесь у нас что? Золотишко. Какой-то забор. Ой-ой-ой.
циклопы. Только циклоп. Так это же легко, на самом деле. Конечно, если там орда циклопов, то, конечно, ничего легкого не будет, но... А, да, это орда циклопов. Давайте вот так. Вот так. Тихо. Главное не надевать глупости. Эй, отойди. Так, ловушки работают. Можно этого подцеплять немножко. А, не видит их. Давай. Так, вот аккуратненько играем. Хорошо. Накидываем трэпы повсюду. Мне снаряд летит медленно, поэтому особых проблем не должно возникать по-хорошему. Но вот эти на самом деле могут просто в защитной стойке стоять. Я буду подконтролировать по ситуации. Так, ты сюда. Ой. А, вот они такие агрессивные. Откидываем баф, чтобы немножко легче было. Так, там воин справляется. Других нужно прятать, потому что он, конечно, к этим снарядам крайне уязвимый. Так, там учится на самом деле сама может, мне кажется, троих раскидать этих склопов. Ой, как они комбинируют хорошо. Притяжка и взрывы. Давайте вот сюда бафнем. Хильчик. И сюда пойдем сразу же всем войскам. И, собственно, два осталось циклопа. Уже дело за малым осталось. Вообще разгон через всю карту. Потрясающе. Главное, что было в зоне видимости. Арбалет хуже моего. ДПС ниже. Ничего интересного с ним нету. В принципе, обычно по ДПС определяется. Но если какой-то есть бонусный эффект, то, конечно, он может перекрыть даже немножко отстающий урон. Но это не тот случай. В данном случае у нас ничего нет интересного. Так. Шаманский амулет. Ух ты, хп ему он регенерирует постоянно. Это, конечно, по логике вещей нужно одевать кому-то более-менее кастеру, но... Хп реген, скажу я вам, это все-таки нужнее танку, потому что мне нравится формат, когда его можно оставить наедине с самим собой, чтобы он пошел кого-то убивать. Давайте вот самолет оденем, он посильнее немножко. И сейвик сделаем. Сейв, окей. Так, золотишко. Тент. Сделан из какой-то кожи, точнее из шкуры. Много кроватей. Ага. Явно орки не любят частную жизнь. Ну как бы, ну, у них не так важно, чтобы у каждого было свое пространство, грубо говоря. Да, согласен. Справедливо. Эпические штаны. Стил. Если стил, скорее всего, на воина. К счастью, я ошибся. Это на лучницу. Ну, честно говоря, на самом деле, бафы такие себе. Скажем так, почти у каждой вещи есть баф. И кроме этого, какой-то дебаф. Например, ух ты, статуя, случайно нажал. О, чемпионы прибыли. Моя сестра Ритора ждала вашего прихода очень давно. Я наблюдал за вашим прогрессом с большим удовольствием. Здесь внизу смотреть на восставших вокруг и на орков достаточно грустное занятие. Кто эти орки? Так, ну понятно, кто такие орки. Тут... Мы пытаемся понять, что от нас хотят. Мы знаем, что вы контролируете с кем-то другим. Тем, кто пытается принести сюда свет. Окей.
Он дух пытается как-то повлиять на орковскую магию, но он не может этого делать сам, поэтому... Ага. Он пытается собрать силу всех трех статуй, чтобы как-то побороться с этой силой орочьей магии. Так, что мы должны сделать? Мы обещаем, что мы сделаем. Начинается какая-то ссора между нашими персонажами. Нам важно не то. Нам важно понять, найти сестер. Но мы видели уже одну. Как минимум. Скелетоны. Так, вот Эритора. Мы зачитали какой-то текст. Даже не знаю, откуда Кейн знает этот текст. Он нам ответил. Так вот, дух говорит, что он очень долго ждал этого момента, когда это произойдет. Но он должен предупредить, что... Он ответит на любой вопрос, но нужно запрашивать с осторожностью. Вот наш эльф спрашивает. Так, мы ищем способ использовать твою силу на кристалл. Она говорит, что да, она может это сделать. Так, она что-то начинает рассказывать про любовь этого эльфа к какой-то женщине. А, все, он говорит, что она поможет нам. Так, ну тут начинается уже история про то, как у него там судьба сложилась тяжело. Так, хорошо, первую часть мы сделали. Ага. Окей. Так, единственное, что, по-моему, мы не находили еще вторую статую. Еще одну статую, точнее. Давайте пробежимся, проверим. Мне кажется, не находили. Нужно найти. Тоже статуи нету никаких, только тенты орковские. Так, статуя здесь. То есть где-то дух должен быть близко здесь. Так, где же его сестра еще? Он вряд ли здесь. Скорее всего. Ладно, давайте потеремся. Найдем ее. Элитные маги. Ага, вот. Это лайфличи, которые используют. Так, ну, что я скажу? А вот новые враги будут. Порталы. Нужно их уничтожить. Иначе враги будут спавниться бесконечно. Понятно. Где порталы находятся? Вон они. Ладно, давайте сразу же двигаться сюда. И будем расстреливать их потихоньку. Да, вот. Понятно, советую сразу же выбрать один из порталов, который более опасный. И, собственно, его и разрушить, потому что иначе есть большой риск того, что... Давайте нападать сюда. Сразу же сюда накинем. Вот так вот. Накинем вот так вот. И будем расстреливать. Так, расстреливаем, расстреливаем портальчик. Я не хочу знать, что там такое скрывается за ним. Так. Хочется успеть. 30 секунд осталось. На самом деле, судя по всему, придется сейчас подраться еще с этим порталом. А вот, времени... Ну, не, на самом деле успеваем. Все нормально.
Единственное, что здесь уже наспаунилась куча врагов, но это не проблема. Это, кстати, решится хорошо вот этими стрелами. Все, взрывы пошли, взрывы, это отлично. Тебя отлично заходит по этим врагам. Мы уже, к счастью, готовы к такой драке. У нас уже сильное войско достаточно. Немножко прокачалось. Так, только вот, ну, конечно. А, стоп. Я сейчас подумал, что уже убивают моего танка. Думаю, что это неладное происходит. Угу. Давайте бафнем лучницу. Кстати, мы, судя по всему, все-таки увидим, что здесь происходит после того, как вышло время. А, не, просто спаунят. Я понял. Все, осталось убить двух несчастных этих духов. Элитных магов. На самом деле, элитного в них мало. Так, перчаточка неплохая. Ну и вещей немного. Ну что, формат с порталами на самом деле тоже достаточно интересный. Пока мы только начинаем, фактически это первый уровень, то есть пока все в базовом виде, но я думаю, что потенциально это очень интересная штука. Давайте сделаем сейвик. Так, ну тут сестры, судя по всему, уже нету. Я смотрю. Похоже на дорогу дальше, вообще совсем дальше. Там пойдем позже. Пока что давайте здесь посмотрим, что можно повязать. Золотишко. Энчант увеличивает атак спид на амулет. Ууу, вообще хорошо. На самом деле 15% атак спида это для очень жестко для такой игры. Вот мы нашли какую-то большую яму. Возможно, здесь покоятся мертвые рыцари. Мои, наши персонажи начали раздумывать над тем, как, сколько же лет тем духам, которые на нас нападают. Ага. Похоже, что они очень давние. Ну да, понятно, но это все. О, вот у тебя Элиндра, да. Все. Моя память меня подводит. Когда-то я путешествовал по этой земле, полная жизни, светла и живучести. А сейчас я лишь душ моим, я лишь тень того, кем я была. Так, все хорошо, помогай нам, дамочка. Невероятная магия происходит. Идем поговорим. Я хочу супер сокровищ за это. Я очень сильно старался, очень. Ну прям очень. Поэтому я требую огромных наград за это. Давайте глянем, что нам дадут. Даже интересно, на самом деле. Даже интересно. Так. Итак, что тут произойдет? Мы сделали то, что просил. Да, вы это сделали. Бессмертные не могут больше подниматься. Мертвые спят. Мертвые упокоились. Мои поздравления и лучшее пожелание на остаток твоего пути. Но... Так, ну это приятно, конечно. Красиво очень. Вот оно. Она говорит спасибо большое за то, что мы сделали. Мы говорим, что задача была не такая простая, но мы делаем все возможное для того, чтобы помочь живущим на поверхности. Это наша обязанность и наша честь, как бы честь для нас. Теперь мы должны вернуться к Ворду, к зданию Ворда и спуститься поглубже в это место. Поглубже. Возьмите Шилгарда. Нам говорят, что внизу слишком опасно. Никто еще оттуда не возвращался. И сейчас у меня есть для вас хорошие новости, потому что ваше путешествие не продолжится, если вы пойдете дальше.
Мы говорим, что выбора у нас свободы нету. А, еще какой-то барьер блокирует наш путь. Ага. Мы не сможем пройти барьер никаким путем. Известным людям или эльфам. Эльфам, да. Только магия древних может сотворить спелл, который это нам поможет. Уйти или остаться и бороться с, не, ну, как бы не, с не, тем, что невозможно. Так, нам дают награду какую-то. Давайте. Я уже готов. Принимать дары. Фу, о, да. Так, ребята. Я на самом деле хочу ради интереса проверить. Давайте протестируем. Мне интересно, рандомно здесь все дропается или нет. Какой-то интересный Arcane Amberstone. И... Ой-ой-ой-ой, какой топор крутой. Честно говоря, после такого я уже не уверен, что хочу что-то пробовать. Ладно, давайте сохранимся. Глянем. Так, сейв 1. А теперь загрузимся только что было. Я думаю, будет вам тоже интересно посмотреть, потому что в этих ролевых играх всегда это очень важный момент. О, да, кстати, рандомно получается. В первый раз мне выпало две эпических вещи, во второй раз две вещи синих. Я так что мне повезло первый раз. Так, хорошо. Двуручный топор. Между прочим, достаточно сильный, но... У меня есть крутой меч. Два крутых меча, поэтому я думаю, что все-таки плохой вариант. А здесь у нас есть... Кстати, видите, у нас оделся такие этот Амберстоун вместе с посохом. Не знаю, почему он снимался первый раз. О, мы нашли, кстати, что-то неплохое вроде бы. Он немножко сильнее. О, дает замедление при ударе. Хорошо. Это очень хорошо. Вон, с ним это были шлем еще здесь. Посох вручную, не хочу его одевать. Так, у нас два оружия, считайте. Так выгоднее. Перчатка. Снижает броню нашу. Нам это не сдалось, вообще ни зачем. Так, ну пока все, в принципе. Так, ну мы выполнили задачу. Продолжаем продвигаться. Так, на самом деле интересно, что там. Я, мне кажется, почему-то, что мы туда не ходили. Вот в этот вот путь. Надо проверить. Надо обязательно проверить. Так, что здесь у нас? Здесь у нас какая-то книжечка. Ботинки эпичные. На самом деле они мало чего дают интересного. Но для этого бойца сгодятся. А, они не для этого бойца. Они для этого бойца. Честно говоря, особой необходимости их одевать я не вижу. Если же это какой-то ФР. Какая-то ФР, которая была умерла. В драке, которая была в 1034 году. Так, конечно, все очень интересно. Увеличивает резисты. Хорошо. Книжечка. Продолжается история. День 8. Кто-то нашел слабость в арморе слиз. Это алкоголизм, так понимаю. Точнее, страсть к алкоголю. Да, мы нашли ликер. Достаточно, чтобы напились. Да. На самом деле здесь какой-то абсолютно, по-моему, бессмысленный текст. Я имею в виду, что глобального влияния сюжет не влияет. Они рассказывают про то, что... Кстати, это вход, по идее, во вторую локацию. Рассказывают про то, что... Ой, стоп, секундочку. А, это снова Dusty Scroll. Что, попробуем? А как вот... Эй, я не хочу так, кстати. Я азартный человек, я не хочу отпускать просто эту возможность мимо себя. Enchant Scroll.
Так что я говорил, то, что диалог там о том, что они пьянствовали, сидели, и в принципе он не особо сюжетного важности не несет. Давайте смотреть. Видите, Дасти скроллы меняются. Судя по описанию, я так понимаю, что-то связанное с собиранием маны. Я думаю, ослабление магической силы какое-то будет. Давайте рискнем. Да, это оно. Я все-таки загружусь. Честно говоря, первый раз, что попалось поле интересное. Мне просто даже интересно, что еще здесь может быть. Ух ты. Какой-то был маг Инфернус, у которого было очень сильное сопротивление. Это подозреваю, что это даст хороший резист к огню. Давайте пробуем. Нет, наоборот, понизит его. Ладно, пусть будет так. Ничего страшного. Я просто ради интереса как бы пробовал еще раз, но загружаться и искать самые лучшие варианты не буду. Давайте слетаем в начало. Мне все-таки интересно проверить, что у нас здесь. Все время какие-то щелочки появляются. Судя по всему, это первый раз телепорт использовал. Так что можно сказать, что это нечто новое в нашей жизни. Так, давайте глянем, что здесь, потому что я вот помню, что здесь вроде дороги не было, но... Но вот она. Я ошибался. Минимум сундучок пропустили. Ничего себе, слушайте, по-моему, это брать лучше, чем мой эпический. По урону такой же почти, но... О, того эпическое свойство есть, поэтому он сильнее все-таки получается. Немножко. Эта зона явно не часть классической конструкции. А, что там такое, я не успел дочитать. Рядом с скелетоном вы видите надпись. Моя любимая жена, я не могу больше ходить по этому проклятому месту без тебя. Мне не остается ради чего жить. Кроме того, учитывая, с моим уходом будет больше и ты для других. Ага, они молились Богу Ретору, я так понимаю. И вот он говорит про Ретору. Что пусть на нас там возьмет мою душу, и мы будем жить в памяти, в ее памяти навеки. Ладно. Farewell note. Золотишко. О, бой еще один. Ну, на самом деле, это бой легкий, я думаю. И... Самое интересное, что там с этими мастери. Я начал с того, что там была мастери на силу магии, то есть я мог его взять. Потом я стал перезапускать, и в итоге, видите, чем все закончилось. Минус к магическому резисту. К fire резисту. Какое-то легкое очень задание, я смотрю. Мы, по идее, должны были сюда прийти намного раньше. Поэтому, видите, мы вообще справляемся на ура. Без каких-либо проблем. Давайте кастанем. Вот сюда можем что-то кастнуть. Что такое? Какой-то адепт магии, который кастует заклинания просто 100 лет. Очень долго кастует. Реально очень долго. Так, все умирают, всех побеждаем. Это вообще какое-то легкое здание, на самом деле. Вот реально легкое. А ну давай, Penetration, покажи ему класс. Учится вообще монстр. Убивает их за секунду.
Так, ну победили здесь, на самом деле, здесь и вещи дали соответствующие. Видно, что попали мы сюда поздновато немножко. Так. Ну, золотишко-то. Золотишко это важно. Так, это все хорошо. Ну, давайте сначала заберем все сокровища, которые здесь есть. Так. Щит. Ну, щиты вещь хорошая, но на самом деле, мне кажется, можно обойтись и без них пока. Полетели в город, прокачаемся. У нас есть деньги. Браки. А, это уже качать не можем дальше. Зато можем прокачать вот этого Кейна. Пока они как-то более важную роль играют, поэтому я думаю, что это куда более важно. Blacksmith что-нибудь может скрафтить? Интересное такое. А тут нельзя амулеты, кольца. Нет, судя по всему, нельзя, только находить. Увидите, скоро можно будет с более сильного материала делать. То есть вещи будут в разы сильнее. Это намекает нам на то, что в игре очень много всего интересного впереди. А давайте сходим на вот эту сложность. Пройдем. Я думаю, на этом мы закончим на сегодня. Только, ой, только единственное, что давайте для начала сходим вот сюда. И качнем нашего Кейна, потому что как-то не солидно его. Давайте вот так вот сделаем, чтобы penetration был. И качнем дальше в живучесть. А по скиллам... О, баф на Party Armor. Ну, неплохо, в принципе. Но у нас танк только один, в принципе. Особой-то необходимости-то и нету. Давайте прокачаем вот это дело. И, на самом деле, можно хил усилить. Да, вот так вот будет оптимально, потому что как раз хил нам очень нужен. И давайте пойдем подеремся в челлендж. На этом мы закончим сегодня. Я надеюсь, мы его пройдем. Кстати, если деньги получим, сможем прокачать заодно нашего друида на уровень еще один. Так. А где наш... У нас почему-то забрали нашего друида полностью. Я не знаю, почему так произошло. Это очень странно. И где моя... А что вообще происходит, я не понимаю. Где мой друид? Где мои спеллы? Что неладное происходит. Давайте выйдем. И проверим еще раз. Так, это может какой-то баг был, не знаю. Хорошо. А, вот, я сам это сделал. Я понял. Я случайно класснул и отказался от своего бойца. О, отлично, в этот раз нам повезло. Видите, нам дали. Так, где мы? А, вот все. Это он странно работает. Ладно, давайте подеремся пока без нее. Это можно протанковать немножко по бою. Давай, давай быстрее, ломай. Ломай быстрее. Так, хорошо. Здесь сделали свое дело. Кастуем вот так вот. И эти пусть более-менее спокойно играют. Давайте сразу же сюда ловушку поставим. Бафнем ее на простреливание брони, чтобы она хорошенько расстреливала всех. Так, Кейн пусть бегает, там всех вырезает. На самом деле он с этим справляется достаточно уверенно. Беспроблемно. Так, эти пусть стоят здесь, расстреливают потихоньку. На самом деле здесь еще можно ловушек добавить. Отлично. Отправляемся. Реально, Кейн там реально просто в соло битве. Во-первых, у него... Во-первых, у него хорошая регенерация жизни. Во-вторых, у него лайфлич есть еще. То есть он вообще может... И у него есть еще хил на... Ну, хил хороший. То есть там реально боец такой солидный.
Видите, по сравнению с первым походом сюда, то мы сейчас вообще спокойно справляемся. Каких-либо сложностей. Эти ловушки можно раскидать по всей карте, тоже круто. Круто, конечно, поаккуратнее с этими бойцами, потому что я смотрю, они уже достаточно луковые. Давай, ну, спальчик, хильчик. Кейн только склонен куда-то залезть в страшное место какое-то и туда не выходить. Ой, а я понял, в чем сила. В этих крас юнитах-то и сила. Давай, отрисую. Отрисую, все хорошо. Так, Кейн, давай хиль не учат, потому что я смотрю, дело плохо. Ну ладно, в принципе, такая стратегия тоже пойдет. Кейн справляется вроде как. Да, вроде справляемся, хорошо. Да, оказывается, просто вот вторая волна врагов достаточно сильная. Первая — это слабенькие бойцы. А вот эти такие серьезные ребята. Ну, я думаю, мы не осилим следующую сложность по-любому сейчас. Что видите, они еще сильные для нас. Но все же эту победили, уже хорошо. Уже приятно. Ежишь. Так, этих качать не можем. А, чтобы качать, мы должны пойти куда? Правильно. Где мы там? В арморе. Вот, да, здесь вот. Видите, мы не нашли еще блупринт, чтобы их качать. Поэтому давайте качнем нашего шаманчика. И напоследок еще пойдем в сюда вот и прокачаем его немножко. Так, мастри. Ну, видите, очень, очень неживучий получается. На самом деле, учитывая, что он бьется в том числе и магией, то можно его немножко качнуть, наверное, во всех смыслах. Может, немножко силы ему качнуть, что ли. Или живучести хотя бы, потому что он совсем хиленький. Попру. И по скиллам, что у него появилось. О, магический спал появился, атакующий, наконец-то. Берем. Это однозначно берем. И на самом деле нужно тренда усилять. Потому что тренд сильный. Хил бы желательно. Реген усилить лучше бы. Неплохо. Так, ну все, в принципе, качнулись. На самом деле, думаю, на этом будем заканчивать. Я надеюсь, что всем было интересно. Мне лично пока что очень хорошо заходит игра. Видите, вот мы уже на первом уровне почти все прошли. Осталось буквально немножечко. Поэтому возвращаемся. Возвращаемся и на этом будем заканчивать. Игра, первое впечатление у меня было такое себе, на самом деле, потому что бой какой-то был очень легкий, какой-то несерьезный. Мне казалось, что игра будет крайне простой, но на деле оказалось очень интересно. И я надеюсь, что дальше будет только лучше. Поэтому всем большое спасибо, кто смотрел. Вот видите, в следующем выпуске мы как минимум победим вот это страшное существо. И много чего интересного будет дальше. Так что не забывайте поставить лайк, если понравилось, и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Всем большое спасибо, всем пока.